Кошмар. Реально все в тумане. Короче, сказали, что через вокзал нельзя выходить, надо вот обходить все. Фига себе, тут все обклеено. И тут все обклеено, обалдеть. Человечек спит. Ищем какой-нибудь парк, чтобы посидеть, посмотреть жилье, куда пойдем. Вот мы и к парку пришли. Сквер Жукова. Запрещается? Да, много всего там запрещается. Сами почитайте. Вырубка деревьев запрещается. Ё-моё, я хотел сразиться. Куда мы идем? В скейт-парк? Как красиво, да? Дошли до этого парка. Такой прикольный. Там площадка, там площадка. Здесь вот такой прикольный скейт-парк. Сейчас уже 9:40 утра, мы покушали, жилье смотрели, те варианты, которые у нас были отмечены, типа, ну, нормальные. Мы, короче, им позвонили, а потом еще посмотрели отзывы, и там оказалось, короче, все отзывы почти плохие, то там тараканы, то клопы, то мыши, мутные варианты. Короче, мы решили сначала в визовый центр зайти, узнать, что, как там. О, а вот и центр. DFS Global. Все заставили машинами, офигеть. Хоть что тут нужны маски. Только что вышли. Что скажем? Ну, сказать, прийти понедельник и вторник. Да, для подачи документов. И нам не надо предварительную запись делать, потому что мы уже в списках, там наши фамилии там на английском написаны. Это все потому, что мы писали им на почту и... Мы им очень много писали. Да, и спрашивали, что как, мы свои номера оставляли, они сказали, до вас не дозвониться. И потом они написали, ну, подойдите просто в центр. А знаешь, почему такое отличие? Потому что у нас есть YouTube-канал. Такой номер. Уже вещи раскидали мы тут. Две кровати, телевизор. И все, кондиционеры. Душ, туалет общие. И кухня тоже общая. И за это все 900 рублей. Пока мы, короче, не знаю, в ноутбуке будем смотреть, искать что-то еще. Мы просто ходили очень далеко. Там 3.5 километра перлись по дождю. Ой, по дождю, по солнцу. Там все занято оказалось. Это хостел был. Такая кухня. О, да. Супер круто. Настя, с вами. Да, офигенный брынза. Вот такой. Всем привет, мы уже собрали вещи. Сейчас поедем в другое место. Да, так сложно расставаться с этой комнатой. Да, вообще так пофиг. Так много с ней связано. Да, адрес, где вы хотите смотреть? Матрёна Петровна. Мы сняли, типа, квартирки за 600 рублей в день. Это дешево, конечно. И вот такой этот все. Мертвый тараканчик, ты знал? Да. Вот тут вот валяется. Настя, ну да. Я понимаю, люди, которые рассчитывают на какой-то... Знаешь... Роскошь? Да. Ну, вот она разлила химией, чтобы не очень пахло. Такое. Вроде все есть. Вроде бойлер. Даже вытяжка есть. Кондиционер есть старинный. Но он мощно тянет так. Тут мы до понедельника будем. Вот она где живет. Кися, ку-ку. Добрый вечер. Пришли в другой парк скейтерский. Это Вишневский, что ли, какой-то сквер. Тут вон Ленин. Вон за парком какие штуки, трубы сделали, чтобы мусор туда сбрасывался. Очень умно. Супер новый модный трамвай. Тут есть Wi-Fi, место для зарядки. И такие сидушки. И кондиционер, кстати. Всем привет, это Вартан и Настя. Сегодня у нас простой прогулочный день, мы гуляем, отдыхаем. Спасибо. Передаю слово Насте. Прикольная улица, это Красная. А тут по каким дням для велосипедистов? На самом деле эти знаки совершенно непонятны, и я не понимаю. А, то есть ты ничего не понял? Да.
Ну, короче, она тут вот огорожена так. Видимо, ее так всегда оставляют. И тут все гуляют, катаются. Всякие заведения, ресторанчики. Продолжаем гулять по этой улице красной. Такой гигантский Мариот. Это концертный зал, а это театр драмы. А это работающий фонтан. Ну, какой-то памятник. Такие посаженные гигантские горшки деревья. Это мы уже за этим памятником. Такое аллея. Да, рассматриваем вот эти куклы стрёмные. В народной столовой вот это все на 300, да? 300 рублей. Это Парк Победы. Куча всякой техники. Что-то было, но мы уже пропустили. Какое-то мероприятие. А это музей. Вартан и автомат Калаш. Варна? Да. Дегтярев. Бесплатно тут, кстати. Военно-полевой телефон. Это второй зал. Всякие медицинские штуки. Вон ложка с дыркой от пули. И вон тут разорванная. Офигеть. Каски. Телефон. Тут сценка. Краснодар, 30 километров. Поднимаемся к мосту поцелуев. Первый раз мы подошли к такому мороженому. И тут очень дешевое мороженое и очень вкусное. Будем по вам скучать. Сегодня 23 августа, утро, сколько, 8 часов. Мы прощаемся с этой типа квартиркой, со всеми ее тараканами. Половинка кондиционера, до свидания. Всего скорее, это уже наше последнее тут место, где мы живем в Грузии. Да, и в Грузии. Едем. В Грузии? О, нифига себе. Это типа наш двор, в котором мы находили. Кися, пока. Такая красивая. Сейчас поедем на трамвае в Visa Global подавать документы. Время 8:34, мы уже у Visa Global ждем. Ну вот и все, мы подали документы на визу. Это было долго. Ой, ящерка была. Перед нами было только 3 человека, и, в принципе, быстро все прошло. Только мы где-то около часа, наверное, там стояли, заполняли все заявления, еще распечатывали там страховку. Теперь ждем. 7 сентября, да? Да. Смотрите, какое офигенное граффити. У нас поезд в 6:40, в 6:50 будет в Сочи. И мы пока встретились с Вартана другом Гришей. Пока погуляем и потом на поезд. Мы снова на Красной гуляем. Идем в мини-пельмени. Гриша говорит, там вкусно. Все, мы пришли. Мини-пельмени. Вот тут это. Как красиво, ковры, мультики. Да, давайте. Какое красивое меню.
куча пельменей и вареников. Все, мы покушали, и Гриша нам заказал такси. Уже приехали быстро на такси на ЖД вокзал. Гриша нас провожает. Фига себе, тут людей так много. Обалдеть. Оказывается, теперь и на вокзале нужно вот такие талончики брать, чтобы купить билет. 7-й вагон. Так круто. Получается, это просто закрыть. Эти? Можно. Столик. Все, мы приехали. Мы уже приехали. Не открывается. Блин, мы побежали в 10-й. Брат Вартана нас будет встречать, он уже приехал.